Рад вас приветствовать на акваферме Остапова в Луховицах, где успешно последние годы развивается семейная ферма по выращиванию новой очень интересной рыбы, которая называется угревидный кларий. Мелких костей у нее нет, шеи нет, чистить не надо. Вкус очень тонкий, без настырного рыбного запаха. Плотная, сочная и очень диетическая. Омега-3 и омега-6 в 3 раза больше, чем семги. Очень рекомендуется для детей, для людей старшего возраста, особенно в наши нелегкие нынешние времена. Шашлыки получаются, шашлык по-карски, не хуже, чем из осетра. Мы понимаем, что наша главная задача не только вырастить рыбу, но и сделать ее максимально доступной по цене для широкого круга наших покупателей. Это небольшая семейная ферма, на которой работают родители семьи, сын, который покинул банковское уютное кресло. Сейчас где-то пока на ферме работает где-то в пределах 10 человек, но у нас есть амбициозные планы. Хотя люди и с удивлением относятся к этой новой для них продукции, но один раз попробовав, они к нам неизменно возвращаются и становятся нашими заядлыми ценителями.